Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, мы с вами записываем рубрику, которую, я так думаю, очень многие ждали, потому что, ну, seriously, чуть ли не на каждом стриме вы, ребята, меня просите записать рубрику Эверест. И сегодня мы ее записываем. Как и известно, правила этой рубрики довольно-таки просты. Нам нужно ехать, и у нас есть всего лишь одна аптека. То есть аптеки, ребята, здесь нарить по КД нельзя. То есть это запрещено. Но вот одну аптечку за все время нам можно будет заюзать, занарить. И, в принципе, это даже довольно-таки неплохая тема. Вот, со мной сегодня на голосе будут Ховик и Фокси, поздоровайтесь. Всем привет, ребят. Мои сладенькие. Мои сладенькие. Вот, короче, и все это дело минировал у нас Рандон. Вот, у нас сейчас такая жесткая неразбериха была, если честно. Вы бы, ребята, знали, насколько жестко и сложно сейчас нам эта рубрика далась. Но серьезно. То есть, сперва у нас, по идее, должен был минировать это все дело Тритон. У Тритона там что-то случилось с интернетом. Он, короче, вылетел, перевылетел. Все случилось очень плохо. Вот, и потом вот. В итоге мы искали другого чувака, пока он это, опять же, все дело заминировал, все получилось крайне-крайне печально. И, короче, сейчас каким-то правдами-неправдами мы... Ух ты, мазафака! Я-то думал, как здесь все так проезжают? А оказывается, там по бочине только мин нету. А с всех других сторон ты видел, Хованский, сколько там мин? Да, я до него долетел. Да, это круто. Кстати, у Рандона у нас есть целых 10 аптечек, которые он может юзануть. Вот, соответственно, как у него эти 10 аптечек кончаются, все, чувак, они у тебя кончаются, и выиграет, ребята, тот челик, кто у нас возьмет и возвратит флаг. То есть не тот, кто убил, а тот именно, ребята, кто возвратил. Кстати, еще один такой моментик, минками убивать Рандона у нас тоже запрещено, то есть от того самого Эвереста, нужно именно его сжечь. Это такой самый главный критерий, который, в принципе, никогда у нас не отменяется. Ёпары, кэшкелемешкеляке. Вот это я вообще жестко полетел. Ты видел, Хойк? Да. Как колбаску просто. Колбасочка моя сладенькая. Блин, у меня здесь не получилось немножечко залететь, но, в принципе, ладно, не будем отчаяться, сейчас пойдем какими-нибудь правдами-неправдами. Кстати, ребята, да, у нас здесь на карте очень-очень много участников, но это и неспроста, так как карта безумие, и на ней в натуре очень сложно доехать до этой точки, потому что респы здесь рандомные. То есть, смотрите, меня сейчас по факту зареспило возле флага вражеского, то есть возле синего флага. Как вообще это работает, я уму не представляю, но пока у нас это получается довольно-таки неплохо. Что у нас получается неплохо? О, негатив, давай. Ну. А у тебя овердрайв есть? Ну вот, я думал, сейчас негатив у нас занарит и его звездочку мне даст. Но он все-таки под люка решил просто там уничтожиться и никому эту звезду злосчастную не отдавать. Кстати, ребят, про овердрайв мы ничего не обговорили. Если там у кого-то как-то эта штука накопится, то он, в принципе, может ее вообще заюзать. Как нифиг делать, как получать вторую, третью аптеку. То есть это у нас в натуре не аптека, это у нас овердрайв и... Как говорится, включаю овердрайв, где хочу, закону не запрещено. Так, Ховик, смотри, что мы будем делать? Нам по факту нужно прорваться. Прорваться нужно очень-очень мощно, очень страшно и очень сильно. Пока у нас это нихера... Ну, как сказать? Там уже некоторые, кстати, типы... Ну, Бизон. Бизон, Бизон, давай, давай! Блин, чувак что-то походу уснул и... с собакой. Я просто на одной мини подлетел. Мы даже до него еще не доехали, вообще даже... Ну, да. Мы в натуре, да. Мы до него просто еще даже не добрались. Понимаете, ребята, что мы еще даже не разминировали никакой подъезд. Хотя вон кто-то вроде до него добирается. О, все, добрался, его бьют там. Да. Но у него, в принципе, есть 10 аптек, поэтому он может сейчас вообще как нехер делает все раскидать. То есть тех чуваков, которые до него добираются. То есть это сейчас он, да, может замучить, и да. Замучить может довольно-таки на изи. Так, ну смотри, я, в принципе, сейчас, возможно, тоже до него доеду, но это как бы не точно. Блин, прикинь, если я сейчас выиграю, то есть... А, кстати, ребята, вот этот танк Т-34, у него не было огнемета, и поэтому, ребята, он у нас играет на смоке. Но он не бьет, то есть, чувака, он просто, так сказать, ездит по мину и ничего, впрочем-то, и не делает. Единственное, как он может выиграть, это просто, ребята, вернуть флаг, потому что, ну, вернуть флаг, соответственно, все у нас могут, чуваки. Вот, единственный у нас такой критерий в этой рубрике остается, что все должны быть на огнеметах. Я потом что-то решил,
То есть, чувак тоже мой подписчик, и говорит, блин, ну, все-таки охота немножко поучаствовать, можно хотя бы я просто на карте побуду? Я говорю, да бог с тобой, давай, будь на карте, просто не бей его со смоки, вот и все. Так сказать, мой единственный к тебе просьба. Так, кстати, там пора... Или что? Что там? Я в минусе, не надо. А, все нормально. Блин, я почему-то думал, что сейчас это, рандона завалили. Я, короче, я не понял. Я серьезно, у меня аж глотка, ребят, пересохла. У него минус одна аптека. Да, да у него уже не минус одна аптека, у него там минус дофигища аптек, я так думаю. Это ты сейчас так самоуверенно сказал, я выиграю. Ну тогда, потому что, я ты такой... понимаешь, всегда нужно в себя верить. То есть самое главное такое чувство и в человеке, который очень-очень много чего решает, то есть это просто верить в себя. Если ты в себя веришь, то у тебя все получится. Если ты в себя не веришь, значит ты будешь говном. Это как бы закон джунглей, закон природы. Так, Бизон почему-то у нас всегда тормозит. Реклама там сериала одного идет, по СТС реклама сериала идет, сейчас скажу. Дневник доктора Зайцева, знаешь? Вот? О, не, не знаю. Это любовь. Нормально, такое пение в прямом эфире. Так, о, у меня, кстати, рез довольно-таки неплохой. И в первый раз у меня рез получился крайне-крайне близко. Вот серьезно, до этого. Ну, блин, я сейчас так... Все, ребята, вот этого вы не видели. Я в этом... Нужно вырезать, короче, фрагмент нахер светался. Я резнулся прямо возле этой горы. И ты понял, что я сделал? То есть, я приехал на мостик, и я соскользнул и улетел в пропасть. Так, чуваки, давайте дырежь. Просто вообще гениально. Раздайте там кто-нибудь звездочку друг другу. Вы будете, во-первых, на ДДшке, там, с аптеками и со всем... со всей этой фигней. И, в принципе, у вас все получится довольно-таки неплохо. Блин, чего? У вас защитник на какой пушке играет? На смоке. А, я уж думал на шифте вот это включил бы сейчас. О, черт, возьми, он меня перевернул. Вот это было прям вообще нездраво. Я думал, у меня так в жизни никогда не перевернет, но все-таки мне немножко, ребята, не фартануло. Блин, давайте как-нибудь там его мутусти. А интересно, сколько он аптек уже потратил? Но это, так сказать, все остается на совесть рандона, то есть он по факту уже заюзал несколько аптек, потому что его до этого жарили, потом Хоик видел, когда он аптечку заюзал. Вот по моим, так сказать, данным, ну точно, у него осталось как минимум 8 аптек. 4. 4 еще? А что, он пишет, что ли, сколько аптек осталось? О, дурак, а? Все, короче, все будут его контролить и, в принципе, выколупывать у него эти самые аптечки. Да ё-моё, блин, я думал, уже здесь практически весь подъем у нас расчистили. А можно, как бы, мне респы не в самой жопе, но вот плес? Можно? Или все-таки это так у нас задумано? Потому что, смотрите, чуваков очень много ездит. И если бы, кстати, никто балдой не страдал, то есть не объезжал вот это по краюшку, там еще где-то, то, я так думаю, уже хотя бы один подъемчик доразминировали чуваки. Потому что все стоят, все боятся, блин, как-то взять и не то замутить. Это, а можно? А вы что здесь стоите? А чего вы здесь стоите? Не знаю, я жду вас. А, Хованский у нас ждет, а Хойк у нас просто стоит и ждет, пока у нас чувака как бы убьют, а Хойк потом заедет и вернет этот флаг. Ну, я так думаю, Хойк, здесь у тебя это не сработает. То есть здесь в натуре нужно попотеть. Ну, смотри. Кто читерюга, ребят, баньте его. Смотри, потому что... А кто читер? Он. Фу-фу-фу. Кто? Фокси. 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 Что? Кто читер? Во! Что, зараза, меня что, не слышно? Да не, слышно. Что, зараза? Что, меня что ли не слышно? Такие, как это может быть? Блин, там, кстати, с одной стороны уже полностью... О, мне кажется, или это сейчас будет тотальное ГГВП, потому что с одной стороны, даже с двух сторон уже респы расчистили. То есть, ну вот, респы-то я понял, почему я сказал слово респы, потому что у меня был говняный респ, и у меня сейчас немножко бомбануло. А, вот, смотрите. Там уже с нескольких сторон чуваки зачистили вообще. Да, а можно как бы мне... Ты Хоик, прикинь, у меня респы просто в самом-самом низу. Все тут серьезно. Ой, у меня респ нормальный сейчас. Сука. Ладно, я в принципе... Ох ты, мазафака, как мутузят. А куда он?
потерял негатив. Как? Серьезно? То есть это Жека сейчас взял и забрал золотой ящик. Кстати, если он в комнате, то мы сейчас у него спросим, как это у тебя получилось, Жека? Он зашел. Просто... Муа, персик. Я, блин, кстати, ребята, перед началом видоса забыл его перетащить в комнату, но, в принципе, ничего страшненького. Вот поздоровайся. А, всем... Всем здорово. Так, ладно, давайте выходим отсюда. Сейчас я Жеку приглашу, соответственно, отдам его заслуженный золотой ящик. И на этом у нас наш видосик, ребят, закончится и подойдет к концу. Так, ладно, захожу в арену и сейчас приглашу негатива. Блин, офигеть, ты как вообще так затащил? Ты хоть его убил, или понимаешь, ты его чисто подсосал? Да, я взял. Охереть. Ну это, кстати, такое редкое бывает. То есть тот чувак, по идее, который сливает, как бы, тот и возвращает флаг. Ну вот, серьезно, ребята, сколько мы играем этих рубрик, такое бывает крайне-крайне редко. Прям серьезно. Так, давай, Жека, забирай. Шо? Анекдот хочешь? Давай после видоса ты мне анекдот расскажешь. Я же говорю, веселый парень. Просто вообще веселый. Так, давай, Жека. Забирай золотой. Стри, хочешь, Жека, я сейчас у тебя отожму его. Побочный эффект, мне в детстве делали прививку, у меня теперь зрение хреновое, но это компенсируется тем, что я очень веселенький. Это нормально. Так, все, ребят, на этом мы наш видосик, нашу рубрику «Верец» заканчиваем. Надеюсь, она вам понравилась. Если так, не забывайте ставить свои лайки, также подписываться на мой канал, то есть не забывайте подписываться. Также, ребята, не забывайте жать на колокольчик и ставить галочку «Получать уведомления», потому что YouTube что-то в последнее время очень сильно шалит. Вот, ну а с вами был Вайдер, Фокси, Ховик и Жека. Всем пока-пока. Пока. Пока.